Священноисповедник Николай родился в 1857 году в городе Касимове Рязанской губернии в семье священника Иакова Постникова. В 1878 году Николай Яковлевич окончил духовную семинарию и до 1883 года был директором и преподавателем закона Божия Курловского одноклассного образцового училища в Касимовском уезде. В 1883 году он был рукоположен во священника к Воскресенскому храму в селе Любич Зарайского уезда Рязанской губернии. Впоследствии этот уезд вошел в состав Московской епархии. С 1889 по 1902 год отец Николай исполнял послушание окружного миссионера по борьбе с расколом. С 1893 по 1906 год он был членом благочиннического совета. В 1901 году отец Николай был награжден наперстным крестом и впоследствии возведен в сан протоиерея. В декабре 1929 года протоиерей Николай приехал по приглашению прихожан служить в храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Тимошкино и прослужил здесь до 21 января 1930 года. Архиепископ Рязанский и Увиналий Масловский, в чьем видении тогда был Иоанна Богословский храм, благословил его остаться здесь, но попросил, чтобы он и спросил разрешения на переход у своего епископа. Пока отец Николай служил в Тимошкино, против него в Любиче было начато дело. Священника обвинили в том, что он вел антисоветскую агитацию против совхоза, колхоза и прочих мероприятий советской власти на селе, распускал провокационные слухи о гонении на религию и призывал к защите церкви от варварской власти. Сотрудники ОГПУ, не обнаружив священника дома в Любиче, объявили его в розыск, и 27 января, по возвращении домой, отец Николай сразу же был арестован, заключен в тюрьму в Коломне и допрошен. Отвечая на вопросы следователя, священник сказал, что действительно бывали случаи, когда он в беседе с людьми говорил, что жить стало теперь тяжело, налоги стали большие, на религию – гонения, но против совхоза и колхоза он ничего не говорил. В тот же день следствие было закончено, и 28 февраля 1930 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило отца Николая к 3 годам ссылки в Северный край. В это время ему шел 73-й год, и условия ссылки оказались для него непосильны. Протоиерей Николай Постников скончался в ссылке в Соломбальской больнице города Архангельска 10 апреля 1931 года и был погребен в безвестной могиле. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских 17 июля 2002 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви. Дни памяти. 10 апреля, 28 марта по старому стилю, а также в Соборе Святых Архангельской Митрополии, в Соборе Московских, в Соборе Рязанских Святых и в Соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Святый, священноисповедниче Николая, моли Бога о нас.